Всем привет, с вами Шмыга, вы на канале Шмыги. Сегодня играем в Witcraft Inc. Как вы помните, это ферма, ферма про травку. И мы играем за укурка, как вы видите, нам написали и подсказали. Собственно говоря, это третья часть, и у нас тут начались проблемы, и у нас проблемы с полицией. Потому что нас хотят немножко вздрюкнуть, вот. И... собственно говоря, поэтому мы возвращаемся обратно. На самом деле, если честно, то учитывая все... Да подожди, не надо, забыть. Организуйте фальшивый бизнес в своем доме. К сожалению, для этого... Что нам нужно... Я не понял, что нужно для этого сделать, но... Но мы постараемся, в общем, это сделать. Вот 11.5. И так как у нас нету, видите, у нас нету запасов никаких, то, в общем, да. Ладно, у нас нет запасов травки, поэтому дела так себе на самом деле, и у нас вообще с деньгами небольшие проблемсы. Как я понял, чтобы организовать здесь чайную, как я понял, а еще плюс, знаете что, у нас появились вот эти вот упыри, короче, которые продают за 8 баксов плохое состояние, и а мы хорошее за 7. Да? Да. Так, а это что у нас? Да блин, можешь ты не челкать-то по этим, ну? 4 звезды, 2,5, 3... А, я не... Зачем я меньше-то делаю? 4 звезды. 3,5 за 15 будем продавать. Они за 19 продают. Ну, короче, нет, все четко. Все четко пока. Так, рэк у них за 8, у нас будет за 7. Этот за 12. А за 12 ему нахуй никому не нужен. Пусть будет 10. Хорошо. Так, заходим, короче, в теплицу и разбираемся. Значит, подпольную тему нужно сделать. Безупречно она порезала. Так себе, так себе. Я, если честно, не уверен, там зависит это для акустика или нет. Ну, хотя не, по идее, должно зависеть же, да, партия, как бы. Партия, она же, как бы, да? Собственно, да. Так. Плюс 10, 1, 1, 5. Мы так делаем, а мы делаем не так. Почему? Почему здесь 10? Нет, мы так делаем, все правильно. 1, 1, 5, 9, плюс 10% к росту. 7, 1, 2. 7, 1, да, все четко. Все четенько, здесь у нас... Но у нас вот такая пока, там плюс 8. То есть... Так, дай-ка я подстригу, а то ты... Сейчас напердолишь мне тут. И будет плохо. Да, работники, короче, плохо работают. Ну, в смысле, неплохо, долго. И на самом деле они, по сути, пока они вообще нахрен не нужны. Но по заданию нужно было двое, да, поэтому 6000 баксов, это плохо. Сэр, мы получаем десятки жалоб на подозрительную активность, связанную с чрезмерным потоком людей, посещая ваше жилище. Пожалуйста, ожидайте, что мы отправим кого-то за часто в ближайшие несколько недель. Send me now. Да. Короче, мы ждем, мы должны ждать травы. И мы должны... Короче, каждый месяц мы должны платить... Мы должны платить бабки. Это не очень. Так, хорошее было, да? Так, и мы должны сейчас будем уже продавать... 6 звезд. 10-3-3, да? Угу. Так. А почему пока нету? Потому что они продают.
Я понял. Да хватит стричь мою траву, падла. Так, мне нужен Лемон Хайс обязательно, потому что без него, то есть, все дела будут очень плачевные вообще, на самом деле. Этого, то есть, без этого, без этой травки мы как бы долго не протянем, на самом деле, поэтому... Надо, да, надо подсобраться немножко, подсобраться мысленно. Мысленно, да? И все-таки сделать нашу империю подпольную тем, чем она является. Чем она является. Она является, я вам напоминаю, это лучший продукт в городе. И не надо мне ля-ля. Да. А интересно, если только Лемон Хейс вы это выкидывать, то будет нормально? 7000 баков. Это очень мало, ребят. Это очень и очень мало. Почему я не могу назначить? Почему? Что не надо? Что не так, твою мать? Что я делаю не так? Да, отстань. Забудь. Так, а где вот эта штука в руководстве? Провалы, банкротство, арест, навыки, ведение, навыки. Навыки продажи. Делают продажи маркетинговой компании эффективно, также позволяют получить доступ к дополнительным способам перевозки контрабанды. Выращивание не след. Некоторые увеличены мутация, другие повышены при выведении, разведении. Полиция, бдительность, уровни бдительности, работники, продажа, сделки, объем покупки, социальные группы, продажи с конкурентом. Выращивание. Введение виды мест, расширение изменения деятельности. Ваша деятельность может быть расширена, она будет занимать больше помещений, но и отдача будет выше. Это также можно сделать, нажав на значит помещение во вкладке о месте или на кнопку расширить выращивание и продажи. Подожди. Не, я не понимаю пока. А, то есть за 5. Ага, я понял. То есть тут... Я понял, то есть, короче, зря я... Ну, я ладно. Ладно, окей, хорошо. Так, а можно вот эту фигню сюда перенести или нельзя? А, 500 баксов стоит. А, что? Да, продаем. Быстрее. Почему не продаем? А, вообще, короче, знаешь, что мы сделаем? Мы уволим их. А, поговорить. А мое будущее, это значит что? Ты уволен. Боюсь, мы без тебя уволят, надеюсь, ты понимаешь. Ну, тем хуже для тебя, ты и понять не имеешь, что упускаешь. Хорошо, да. Я не могу себе пока позволить их. Точнее, может быть, я и могу, но мне это пока, короче, неинтересно. Поговорить. Что у тебя за дело? Давай обсудим твою работу, мне придется тебя уволить. В моем будущем это что значит? Ты уволен. Я вижу в тебе потенциал, но не в моем бизнесе, мне жаль. Ну, тем хуже для тебя, ты не понимаешь, что упускаешь. Окей, хорошо. Мне не надо пока ничего я сам. Потому что что? Потому что я могу все сделать самостоятельно. А может и не могу. Ну, еще и проверим заодно. Во-первых, это будет безупречная стрижка. Это раз, правильно? Правильно. И, во-вторых, фальшивые бизнесы. И не понимаю, как это сделать.
Местные власти. Навести друзей в тюрьме. Так, я пока, короче, не понимаю, как сделать эту тему, но мы, собственно говоря, не будем делать ничего пока что. Пока, собственно говоря, нормально, но не нормально. Ну, то есть, типа, пока терпимо, да? Тысячу... А, счет 675 мы всего лишь, да, будем делать? То есть, ну, нормально. Нормально, нормально. Нет, смотри, зато у нас, видишь... ну, то есть... Короче, все нормально. Не ссы, не ссы в трусы. Да, мы все-таки, как я и говорил, должны сами всем руководить, потому что у нас пока нету много ферм или немного ферм. И поэтому нам нужно... На продажу, конечно, можно было бы оставить одного, но 675 баксов, а так 1000. То есть мы сэкономим 325 баксов. Это как бы тоже, знаешь... Ну, как бы мы как бы не богачи, да, у нас даже 10 тысяч долларов нету, да, то есть мы должны экономить немножко. Собственно говоря, на работниках вот сэкономили на работе, ну, зато сами предели, понимаешь, сами предели. А сейчас бы что бы, ну что мы бы сидели, смотрели, как они там что делают, ну, это тоже же, наверное, неправильно с какой-то стороны. Так, собственно говоря, наверное, последняя поливка, да, да, последняя поливайка, так, стрекалка. Не последняя стригалка, но... Ну, скоро будет последняя. Смотри, видишь, качество зато у нас очень хорошее. Данной травки. Поэтому я думаю, что... Мы сможем. Мы сможем. Так, сюда. 30 баксов, да, окей. А что с влиянием пока? С влиянием пока ничего там, да, короче, пока мы... Тихо! Что за патруль? Сэр, во время последнего патрулирования мне почули странные запахи, я пошел по следу. К моему удивлению, запах привел к вашей квартире. Мне бы хотелось верить, что такой белогородный гражданин не замешивает тёмный гелишко. Верно? Принадлежность немного увеличена. Это плохо. Это очень плохо. Мне это не нравится, когда... Чья-то там бдительность начинает расти около моего домишки. То есть, подожди, мне нужно, типа, накопить 10 тысяч долларов. Это очень много. Интернет что-то рекламирует, особенно темная его часть. Ты в курсе, что здесь можно рекламировать все незаконные вещи? Мы попробовали, и бум, вот где мы теперь. Влияние конкурента возросло, это плохо. Это плохо. Это очень плохо. Мне это не нравится. Мне это совершенно не нравится. Это не очень хорошо. Это первые проблемки. Эти проблемы нужно сейчас решать быстро и четко. Может, вообще откажемся от регги? Построим лучше Лемон Хейз и на Лемон Хейзе будем нафигачить. Ну, потому что от одного куста регги это, ну, типа, бессмысленно. Она, как бы, стоит очень дешево и... А так мы займем рынок качков и этих. Ну, хотя да. Ну, хотя да. А, что там? Обычные люди... Не увидел. Это плохо. Так, то есть... А, прачечную я могу вот сделать, да? За пятнашку. Нахрен я вот это? А можно продать ее? Подожди. Здесь и происходит вся магия. Магия выращивания. Местечко, конечно, не под полом, но нелегальное. Мини-офис, где все ваши дилеры продают став. Главное, никаких обозначений, надо привлекать внимание. Я, короче, поспешил с покупкой вот этого здания, с арендой, точнее. Потому что теперь, блин, да, ну ладно, мы же не будем.
Мы же не будем старый сейв загружать и играть. Правильно? Или будем? Да не будем, не будем. Не ссать, не ссать в трусы. Все нормально. Но нам нужно ускорить процесс. А как мы можем ускорить процесс, если мы не можем ускорить процесс? Очень интересно, очень интересно. И я все-таки предлагаю, знаешь что? Я все-таки предлагаю сделать... Да, спортсмена. Так, быстро сюда. 900 баксов, да. Хорошо. А, типа, не растет мое влияние, да? Почему? Почему мое влияние не растет? Объясните кто-нибудь. Что за бред? Я же даю вам первоклассный сорт прекрасной травы. Что за дела? Я не знаю, будем отказываться от этого говна? У нас все вообще началось с того, что мне лампы дали, и ё-моё. Если мы не погнем, если мы прачечную не сделаем, то это как бы это габелла. Я не хочу в тюрьму. Это очень нечестно. Это очень будет нечестно и неправильно в тюрьме сидеть. Правильно я говорю или неправильно? Я говорю, вот это хорошо. Вот это давай. Я просто не очень понимаю, это сейчас опустилось, да? Угу, она опустилась. То есть мне нужно, короче, принять тупо нужно больше товара. А больше товара я не могу сделать. Я могу больше товара сделать только если... Если что? А если в той теме, типа, построить еще немножко, да? Или нет, как думаешь? Или лучше не надо, да? Ну ладно, да, согласен. Ну да, самое прикольное Лемон Хейз. Я думаю, может, слушай, мистер Регги Лемон Хейза тоже давай зафигачу. Ну типа потому что, блин, не знаю. Блин, вообще бы я бы еще купил какой-нибудь рецептик, да, новую травму. Ну, блин, а, ну а что делать? Нет, ну да, надо будет... Надо выживать, короче, как-то так, как-то таким образом. Потому что... Почему потому что? Потому что не знаю почему. Так, главное до краха не дойти. Будет печальная история. Так, все, осталось эти подстригать кустики, короче, и все. Ну да, видите, ребята, игра такая, она пока, то есть, пока такая, ну, то есть, так, отлично. Так, ждем пока. Все, стригаем. Так, а здесь нет, здесь мы не регги. Или регги. Сколько он дает, подожди, регги этот? Давай посмотрим, сколько бабла он дает. 630. Ну да, видишь, за счет регги мы убираем. Это был последний раз, когда мы закрываем глаза на фокус вашего сотрудника. Мои ребята постоянно жалуются на то, что что-то пропадает. Вам придется заплатить за них, нравится вам это или нет. Схуя. Ой, в смысле, чё? Какого сотрудника ты, ублюдок? У тебя уже 45, какого твоего у тебя влияния, алё? Вообще никакого влияния уже нету, ты. Барыга, чёрт. Так, ладно. Короче, я не... Тихо. Что-что? Мистер, мы получаем слишком много жалоб от соседей на подозрительную деятельность у вас здесь. Пожалуйста, ожидайте, что офицер придёт за вас несколько вам временно показать... Да, ёп... Да. Я понял. Да, все ведет, идет вниз. Все идет вниз. Все идет вниз. Все идет вниз. Мне это не нравится совершенно. Все это совершенно мне не нравится. Я не посадил? Почему? Посадили. Так,
Никто не хочет купить вот этого, а хочет. Красава. Сорок пять. 44. Без изменений. Какого хера? Мне это не нравится, что без изменений. Так, 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 успевай, успеваем. Так. Так, мы сейчас на Лемон Хейзе немножко поднимемся. Может, зря то, что я стал сам все делать. Так, а что они хотят там приобрести? Подожди. А что у меня осталось? Что-то у меня оставалось, да? Так, сейчас, ребят, подождите. Сейчас все купим. Сейчас все купим, все раздадим. Да, 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 да. Молодец, красава. Так, ну и чё? 41. Шикарно. Мы все делаем меньше, но видишь, нам нужно стараться больше делать, производить. Так, у нас есть 8000, но у нас еще, видишь, проблема-то с... Навалились проблемы, видишь, и с полицией, и с конкурентами, то есть... Не успеваем немного, не успеваем немного. Так. Хорошо. Так, сейчас будет Лемон Хейз. Вот помнишь, у меня было тут вот вместо одного кустика ну ладно. О, вот это хорошо. Сорок, блин, много. Еще у них много. Блин, до 15000 я очень, конечно, буду. Может, выращивание еще сделать. Нет, пока мы можем вот так вот, я буду на этой теме. Нет, давай на регги. Да никакое оборудование, ты. Работаем. Так, работаем здесь. А, тут нельзя. Блин, так, а как бы семейный дом? Что за семейный дом? А, да, все правильно. Регги, потому что их, короче, покупают бомжи. А если их покупают бомжи, значит, их покупают бомжи. Ну, логично или нелогично? Я, в принципе, все, по-моему, продал свое, да? Ну, больше ничего не могу сделать. Там будет три этих кустика, нормально. Так, чё, какие тут нужны условия? 10-3-3, окей. Нет, теннисный район. Теннисный район называется, да? 7 из 15, слушай, это больше, чем там. Так что пусть здесь будет вот это говнище. А, и ушла. А, это потому что, да, я понял. Покупатели хотят... Так, флинт, флинт, флинт текущий. Отправляемся. Продаем. Хорош. Хорош. Что там? 39. Надо быстрее, ребята, быстрее. Быстрее. Почему так все быстро? Точнее, медленно. Да, в семейном доме нужно устраивать подпольный бизнес. Ну, то есть не подпольный бизнес, ну, короче, ты понял. Чтобы, типа... Так, и... Так.
И, короче, чтобы подпольный бизнес был отличный. 7 из 15, это больше, чем у меня, потому что у меня, по-моему, 6 из 15 этот кустик, поэтому... Да, и бомжи эти, они будут давать нам... Будут давать нам что? Репутацию, да? Ну, на рынке они будут покупать, и поэтому репутация наша будет выше, сильнее, мощнее, больше, дольше и... Ну, ты понял, да? То есть мы просто... Мы должны просто захватить рынок. После захвата рынка мы, когда эти отвалятся, мы... Мы будем копить деньги и подкопим на то, чтобы откупиться от полицаев. Вот мы реги взяли. Так, единственный пока. А, я не посадил. Да, ее налево. Я плохо сделал, что я не посадил. Так, но я не понимаю, сколько будет граммов-то с этого кустика. С этих кустиков трех. Пока непонятно, да? Так, семейный дом, быстро. Быстро. Так, посадили. Бродяги сейчас будут покупать у меня реги. Да. Это прекрасно. 630 за 90 грамм. Что с этим? Да, хорошо. А, за 90 грамм, да? За 90 грамм. Сколько здесь я соберу, мне интересно просто. Они, видишь, сразу всю партию купили троем. Ой, троем. Ну, в смысле, за сколько денег, я не помню. Вот так вот. Отлично. Так. Семейный дом. Блин, я не... Да как могу... Как, если я... Как казалось, не имеет значения. Вот едешь ты хипстерская аптека или толкаешь товар в гараже клиентам, главное, чувствуй себя хорошо. Потом мы немного преобразили нашу дыру. Приходи, погляди, у нас даже ароматические свечи есть. А, не поменяли эти, что ли? Типа... Слушай, да, знаешь что? Мы сейчас посмотрим, сколько мы заработаем на граммов в этом. А я могу улучшить как-то свою торговую стойку с брошюрами? Почему не могу? А почему я не могу сделать вот эту штуку, непонятно пока, да? Ну ладно. Ну, короче, пока не могу, не знаю почему. Если кто напишет в комментариях, то обязательно прочитаю. Выросло у нее, да? Ну, опять на 40... Извиняюсь. Доброго дня, сэр, в связи с изменением в организации нашего места полиции. Мы хотели бы, чтобы вы знали, что мы также задержаны, чтобы защищать. Да, окей, я понял тебя, братан. Ты там нас защищаешь, все хорошо делаешь. Красава. Так, поливамба со стригамба. И ждем, короче, сбор. Надо просто понять, сколько мы этой реги соберем. Ну вот и все. Так, растение созрело, хорошо. А девочка созрела. Созрела. Это хорошо. Это великолепно. Так, быстро выставляем. Нет, еще пока не выставляем, да? 270 грамм мы собираем с этого. 270 грамм. Так, но я здесь пока не могу ускорить все, весь процесс. 270 грамм, так. Здесь, видишь, еще упал 6, то есть там 7, там все-таки качество будет получше. То есть это тоже нужно учитывать. Сюда бы я бы Лемон Хейса запихал, четвертый кустик, то есть побольше, чтобы было. Так, хотят приобрести, погнали. И... Отлично. Отлично. Всю партию продали, хорошо. Хорошо. Отлично. Это замечательно. Великолепно. Да, я, наверное, сюда Лемон Хейс сейчас запихаю тогда. Четвертым кустом. Чтобы было. Чтобы было. Так. И 7000 у меня, да? И 7000 у меня. Тут пока собирать рано. Пока собирать рано. А что, у меня есть что-то на продажу? Чё с этим? 42, мало. Да стой, дай сюда. А чего там, почему?
4 звезды у Регги. Так, отличное. 3 звезды, нормально. Регги, 3 звезды. 3,5! Да ты чё гонишь? Чё за дичь ты мне впариваешь? Давай так тогда. Бредятина. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного не случалось. Не случилось. Надо просто работать больше и стричь больше. Так, теперь, короче, вот там мы не будем. Так. Блин, да, вот теперь разрываешься, как этот, как незнамо кто. Да, здесь хорошее качество у этой травы, и поэтому мы ее здесь оставим. Растет, видишь, это, то есть, это печально. Это печально. Нам нужно быстрее зарабатывать денег. Растение там созрело, все, я понял. Так, а чтобы нам там... Чего? Всего 50? Или уже кто-то хочет купить? А, кто-то хочет уже, по-моему, купить просто. Да, вот он. А, 150 грамм там выходит. Да, это, короче, там 90, типа. Чё там? 38. Быстро. Теплицу. Сейчас мы здесь собираем. Строим здесь Lemon Haze. С нормальным, с великолепным качеством. И смотрим, что получится. И смотрим, что получится, потому что, в принципе, ну, нам нужно... Ну, ты же понимаешь, да, что нам нужно развиваться. А как мы будем развиваться, если мы не развиваемся? Так, тихо. Подождите. Да, тут 7, то есть тут качество, видишь, хорошее. То есть оно повыше, чем там. Это хорошо, это замечательно, это великолепно. Так, если мы еще сделаем... А, то здесь 3-3, я так и пос... А, ну вот все. Вопросов больше не имею. Семейный дом, быстрее. Поливка растений. Игра начинает приобретать новый жанр. Не успеваем бы вообще нигде. Не. Да, может быть, зря я у работников убрал. Хотя насрать уже. Так, быстрее. Там еще хотят купить товар. О, я не успеваю вообще ничего. 50 грамм они хотят купить травы. Быстрее. Все, бегу. Я здесь, да. Давай. Так, все, да? Они отползают. Да, это хорошо. Это хорошо. Они отползают, и это хорошо. 36. Сейчас мы их рубанем. Просто грамотное распределение. Грамотное распределение всех моих травок. Оно дальше складывает, я тебя уверяю. Нет, другую травку можно. Мне супер лемон хейс. Да. Нет. Да, изменить. Начать выращивание. Так. Да и тот самый поставщик брокколи, мне нужно добавить побольше зелени в рацион. Вот наличку, уверен, что никто нас не видел. Сколько денег? Да, 11 тысяч. Ребят, надо немножко сейчас постараемся, и мы будем, все, мы на коне. 11, но не 11, у нас сейчас будет поплата... Ай-яй-яй, я обрезал плохо. Косяк, потому что что? Потому что спи-шамбо. Зачем ты так делаешь?
Так, сейчас, я тебя полью, не ссы. На. Мистер, мы получаем слишком много жалоб от соседей на подожди деятельность. У вас здесь. Пожалуйста, ожидайте, что офицер придет и задаст несколько вопросов. Временный указатель. Да, видишь, ну то есть не отпускает. То есть проблема навалилась такая, что не отпускает. То есть, ну, то есть и там жмут. Просто жмут. Жмут прям по полной. Скоты, падлы, твари. Ну копы эти проклятые, а? Они хотят просто денег. А я не хочу денег. В смысле, не хочу им давать денег. Ну ты понял, да? Так. Семейный дом, погнали опять. Уже, наверное, поливать что-то нужно будет. Да, поливаем-ба. Так. Так. Но пока подснизилось немножко, подснизилось. 10 тысяч. 5 тысяч надо. Надо 5 тысяч. 5 тысяч. Так, регги сейчас заработает. Это будет замечательно. Это будет замечательно. Потому что все, здесь 150 грамм регги. И можно, в принципе, еще съездить на бакс, как думаешь? Опа! У нас тут не свободный рынок, куда ты можешь просто так завалиться. Это улица, это наша территория. Мы сделаем тебе одолжение и предположим, что тебе просто никто не сказал. А теперь вали. Пиздю. А, пусть рыночек порешает. Ничего личного, чуваки, просто бизнес, где я заработаю, другой потеряет. Ой, недружелюбный, смотри-ка. Влияние контроля. Да иди ты на! Просто бред. Сколько там сейчас? Опять в это говно вылезло. А, 38. Ну, 38 это херобора. Просто нужно посмотреть, знаешь, что? Три с половиной. Чё ты гонишь? Три с половиной. Четыре с половиной. Три с половиной. Четыре. Не надо мне тут ля-ля. Короче, все это бред. В общем, не надо мне здесь рассказывать байки и истории силы. Если он хотел решить это силой, то у него ничего не получится, потому что я сейчас его облапошу. Облапошу, потому что могу. Просто потому что могу. Потому что 39, собака-тварь. Ничего. Сейчас возрастет. Возрастет, возросла. Родимая, да? Нашу, так. Ну, сейчас. Сейчас будем отбивать. У нас, на самом деле, очень все будет просто. То есть, если мы пятнашку заработаем, то с полицейскими порешаем сразу же. То есть, это все, сразу отвалится одна проблема, понимаешь? Сейчас я разрываюсь на две проблемы, чтобы и то. То есть, когда, если мне полицейские от меня отвалятся, да, немножко, то я смогу. Да, все хотят мою яйтровую, все. Это я так вижу, и это так и происходит. Пошел в жопу 36. 36, мазафака, нормально. Так. Чего тут? Ну, блин, долго. Долго. Ну, скоро, сейчас. Сейчас регги подоспеет. И... Лемон Хейз подоспеет 4, то есть побольше будет, да, травки Лемона Хейза. И выкатим это сразу в народ. И мы будем на коне. Хотят мой товар 36, ну мало денежек. Ну мы специально подвинулись по баблосам, 34, все, сейчас кому-то будет плохо. Ну точнее, я не могу, видишь, знаешь почему? Нужно как-то сделать распределение такое, чтобы я мог нажимать ускорение, чтобы как бы все ровно было. Но тогда я потеряю как бы во времени, понимаешь? Хотя с другой стороны, ну и насрать, да или нет? Ну не, а не получится одновременно, все равно придется намотаться туда-сюда. Да, это конечно такое заподляцки. Но он напишет мне, когда созреет моя трава.
Нет, не пишет. Не пишет. Собака тварь. Оп. Здесь созрело. Так, растение созрело. Так, здесь поливамба, здесь 180. А почему так мало? 180. Почему так мало-то в натуре? Что происходит вообще? Ну или уже кто-то. Или уже кто-то взял, или. Или. Смотри, здесь начинает расти это. Да. Так, ладно. Так. Так, ну и чё? А? Подсосали немножко, да? Хорошо, это хорошо. Вам пойдет на пользу, наверное. Будете потом нормально общаться, причмокивая. Так. Семейный дом. Семейный дом, домишко, домишко, домишко. Поливамба, поливамба. Мы все помним. Мы все помним, мы все знаем, да. Мы работаем как часы. Как часики. Ну ты понял, короче. А, так, да, сейчас, секунду. Сейчас, секунду, секунду. Вот это разрывамба, конечно, пошла. Просто жесть. Надо все держать в голове вообще, да. Сколько стоит увеличить? А, нет. Мы не будем сейчас ничего увеличивать. Потому что мы сейчас, в принципе, мы можем сделать вот так. Вот так вот сделаем. И вот так вот сделаем. Так, травки у нас не осталось, но у нас 14 тысяч. Сейчас подрастет Лемон Хейс здесь. Так, все нормально, короче. Я надеюсь, что все у нас с вами получится. И мы с вами сейчас сможем расширить и вторую нашу с вами лабораторию. Сэр, во время последнего патрулирования мне почудилось странные запахи, я пошел по следу. К моему удивлению, запах привел к вашей квартире. Мне бы хотелось верить, что такой благоразумный гражданин завишет темный делишку, верно? Ну, он нагнетает, падла, нагнетает. Да, собака, тварь. Ну, ничего страшного, сейчас мы вот это и зарядим, короче. Сейчас они отвалятся, конкурентики немножко там подотвалятся. Да? Да, ну видишь, уже такое мы метание среди комнат сделали. Но если мы сделаем, короче, там сразу же эту шведскую стенку. Ну, в смысле, не шведскую стенку, а... Сколько стоит? 2000? Нет, пока не будем расширяться. 2000 много. 2000 много, мне нужно пятнашку вообще. Мне нужно как бы пятнашку и еще немножко, потому что у меня счета, видишь? То есть это такое себе удовольствие. То есть... Как бы не очень хорошее удовольствие. Так... Скоро Лемон Хейзы и эти подрастут, да? Или все-таки здесь расширяться? Ну, блин, а смысл здесь расширяться, как бы? Не вижу смысла. Или может, или как? Ну как думаешь? Я не знаю, как думаешь? Блин, ну на... Не, ладно, давай-ка... Не, пока не будем, короче, расширяться. Там нормально еще пока, можно жить. Так, Лемон Хейз пошел. Так, засевамба, конечно, засевамба. Засевамба сразу здесь, поливамба. Так, сейчас это будет, да. Все нормально, все нормально. Если мы там расширимся, мы там можем убрать. Можем построить этот. Да, хорошо, сейчас я подойду, подожди. То есть мы можем сразу же там, понимаешь. Что мы там можем сделать? Мы там можем сразу, то есть. Ну, типа. Что мы там можем сразу сделать? Я не понимаю. А, мы можем там, да, тут фильтр. Фильтры всякие, всякую хрень, короче, поставить. И, типа, мы будем, ну, нормально. Главное сейчас разобраться вот со всякими вот пососами на рынке на этом, да? Ну и чё? 27, нормально, сейчас будем. Сейчас все будет. Не ссы в трусы, как говорится. Где говорится? Ну, где-то говорится, что говорят не ссы в трусы. И там, типа, все нормально. Так, ну смотри, вон уже Лемон Хейзы, 3 штуки готовы. Осталось их только ждать по времени. Эти сейчас тоже подойдут. Подойдут. Нормально, нормально. Нужно вот только главное не забывать вот все держать в голове, грубо говоря. 15 тысяч есть, но...
Но... Ребята вроде тебя переворачивают игру, не хочу быть в отстающих, поэтому занимаюсь самообразованием. Я посмотрел 15 минут видео стратегии маркетинга, собираюсь интегрировать это ценно, знаю свой бизнес, держи хвост по ветру. По ветру или по ветру? Что он там сделал, давай посмотрим. Тридцатка, короче, опять, да, у него стало. Два с полой. У него нету вообще никакого товара, который бы мог переплюнуть мой. Алло. Ты чё? Падла. Просто. Как он держит рынок? А можете мне объяснить, что за бредовая игра начинается? Это просто взяли и искусственно создали мне какого-то соперника, который как бы, ну, он по показателям отсасывает прям, ну, за глотом. Ну, как бы, что это за бред? Мне там не надо делать эти? Или надо? А не надо. Да, все. Сюда. Мы следим только за одним кустиком, получается, и все. Так, все, да. Там три кустика, они сейчас все будут. Эти кусты у нас, и все, да. И все, и Лемон Хейза ждем. На самом деле, знаешь что, там мне не следует продавать этим очкарикам, короче, которые мало денег платят. Ну, маленькие партии, короче, берут. Потому что от них толку нету. И опа, ничего себе. Хорош. 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 Что с влиянием? 28. Мало. Что с прачечной? Почему? Как мне это сделать? Есть какой-нибудь фальшивый бизнес в своем доме? Есть какой-нибудь как он называется? Лайфхак или как он там? Как это называется? Лайфхак это сделать. А сколько времени вообще? Подождите, ребят. Времени... О, ничего себе. Да. Ребят, и как раз у меня вылетела игра. А, в смысле? А он там сейф не сохранился, типа, или что? Ладно, если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Шмыга, всем пока.